Но записная книжка, несомненно, зашифрована. Так как же разгадать шифр? Книга «Искусство домашнего растениеводства» вам о чем-нибудь говорит? Как столь педантичный человек может держать такую книгу и в то же время пренебрегать цветами на подоконнике? Невероятная ирония. Ну надо же, кто здесь? А мы сегодня гостей не ждали. Может быть, львятки желают остаться на ужин? Я был рожден для того, чтобы убить планету. Ради нашего мира я активирую этот портал. Погоди, погоди, а я тебя разве не прикончил? Я преподам тебе последний урок, невежественная космическая бородавка. Друзья открыты, честны, уязвимы друг перед другом. Задача этого института — пестовать независимые умы, как у вас. Поэтому вы нам и подходите. Я не хочу, чтобы меня жалели. Он часто протягивает мне телефон. Он забывает. Ты прав, он не слишком мне сочувствует. Но он здоровый, сильный. Руки, ноги на месте, голова работает. Все при нем. Ну, а на все остальное, особенно в моем-то состоянии. Откуда он, что он делал раньше, мне наплевать. Позаботьтесь о моем брате. Не справитесь. Из-под земли достану. Я нашел ваш посох силы. Моя армия остановит их. Но последнее слово еще не сказано. А интересно, говори, Стикс, мы тебя слушаем. Да ты что? Стикс оставался в кабинете. Вот так прошла ящерка свой путь. От скромных истоков к легенде, о которой мы поем песнь. И хотя он все равно умрет. Возможно, от несчастного случая, на который приходится больше половины всех смертей. В этой деревне всегда будут чтить его память.